Как вырастить пшеницу, рожь, овощи? Какие новые методы переработки сельскохозяйственных продуктов существуют? И над чем сейчас работают лучшие умы агропромышленного комплекса? Все эти вопросы и не только обсудили на презентации проекта «Сила села» в Национальной библиотеке Чувашии. Государственные и центральные муниципальные библиотеки районов и городов Чувашии получили комплекты книг. В каждом наборе 39 изданий по сельскому хозяйству. Книги по сельскому хозяйству, они всегда нужны, востребованы. У нас в районе очень много фермерских хозяйств, много людей, которые интересуются и приусадебным садоводством, огородничеством. И фермеры, как я уже сказала, им тоже это интересно. Смыслом нашего проекта является совершенствование работы библиотек, массовых библиотек, районных, городских библиотек с населением. Для того, чтобы мы могли для рядового жителя, обычного человека, который ведет свое подсобное хозяйство, мы хотим в рамках нашего проекта «Сила села Ялхаваджа» усилить роль библиотеки как раз в информировании по этим вопросам. Среди книг – учебные пособия по разведению животных, книги по сыроделию и выпечке домашнего хлеба, практические пособия по выращиванию различных культур и многое другое. Спасибо, что эту тему затронули. Своевременно, я считаю, очень. И мы готовы со своей стороны тоже где-то рядом стать, где нужно обосновать, чтобы выделили деньги или еще что-то. Вы должны на самом деле стать центром притяжения, ну, скажем так, не только в сельской местности и вообще. В рамках проекта планируется большая работа. Это проведение в библиотеках для работников сельского хозяйства тематических встреч, обучающих курсов и семинаров. Милена Алексеева, Павел Иритков, Республика.